It disturbs me tremendously, tremendously. Сегодня меня очень беспокоит тот факт, что еврей с кипой даже не подозревает, что в 1940-х годах, именно потому, что евреи не делали то, что должны были делать, нарушать закон, чтобы поднять вопрос о Холокосте, именно по этой причине, потому что они, по вашим словам, восседали как раввины, и погибли 6 миллионов евреев. В их смерти виноваты не только немцы, но и молчание евреев, которое очень поспособствовало этой трагедии. Когда я это понял, я решил, что никогда не повторю ошибку предыдущего поколения. Я очень рад, что мы вынесли на первые полосы проблему советских евреев, о которой тогда никто не знал. А чтобы попасть на первые полосы прессы, сюжет должен быть жареным.